Инициатива президента Ассоциации футбола Центральной Азии, президента Федерации футбола Таджикистана, уважаемого Рустами Эмомали, об объявлении Всемирного дня футбола широко пропагандируется в мировых средствах массовой информации. В популярных изданиях Пакистана об этом напечатано на английском и урду, а также печатные и электронные издания Швейцарии опубликовали эту информацию. Статьи опубликованы под заголовком «Всемирный день футбола», поддержана следующая мировая инициатива Таджикистана. Напомним, что 7 мая Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении Всемирного дня футбола, предложенную президентом Центральноазиатской футбольной ассоциации, президентом Федерации футбола Таджикистана, уважаемым Рустами Эмомали. В данной резолюции подчеркивается важность проведения крупных международных спортивных мероприятий в духе мира, взаимопонимания, международного сотрудничества, дружбы и толерантности и без какой-либо дискриминации. Таким образом, международное сообщество единогласно приняло инициативу президента Центральноазиатской футбольной ассоциации, президента Федерации футбола Таджикистана, председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе Рустами Эмомали об объявлении 25 мая Всемирным днем футбола. Зумрад Файзиева, Дильшоди Хужбах, новости.